Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей Морозов, и это мое первое видео на этом канале, в котором я хочу рассказать свою историю, которая может помочь вам, очень сильно помочь в вашей жизни. Мне 21 год, живу я в городе Кимовск Тульской области. Детство мое началось не совсем удачно. В 7 лет мои родители развелись из-за того, что отец пристрастился к алкоголю. Дома возникали всякие скандалы на этой почве, со всеми вытекающими последствиями. На тот момент я ходил в детский садик, и пришла пора идти учиться в школу. Мать моя работала медсестрой в обычной средней школе. И так полетела моя учеба. С горем пополам я окончил 9 классов. Постоянные звонки учителей домой моей матери по поводу моего отношения к учебе. Дома постоянные нервотрепки, скандалы. Ну, в общем, тоже всякие неприятности и негатив. Итак, я окончил 9 классов, и пришла пора идти поступать еще куда-то. И я по стадному инстинкту пошел учиться, как и все в ПТУ, на профессию автомеханика. Хотя моя душа вообще не лежит к этой профессии. Я вообще не люблю ковыряться в машинах. С горем пополам тоже окончил эти 3 года. Диплом так до сих пор и лежит. Автомеханика, я ни разу по нему не работаю. Пошел служить в армию. Отслужил год. Вернулся в звание ефрейтор. И на тот момент я еще не знал, что ждет меня в моей жизни. Я устроился в цех по изготовлению пластиковых окон обычным резчиком пластика. Пришла зима, клиентов стало мало. Пришлось уволиться и искать себе новую работу. И так я устроился в город Донской на завод по изготовлению стальных конструкций. И так там и работал. От зарплаты до зарплаты. По такому принципу: наплюй на нижнего, толкни ближнего и подсади того, кто сверху. От зарплаты до зарплаты. Зарплата была небольшая. Хватало на то, чтобы раз в 3 месяца одеться, заплатить за коммунальные услуги, оплатить интернет, телефон. Ну и все, в общем, деньги на этом заканчивались. Я на тот момент начал задумываться. Я вообще по натуре человек мечтательный, и у меня много целей в жизни. Я думал, ну вот работая таким образом, я не получу всего того, чего хочу я получить в этой жизни. Работая в этом огромном механизме, обычным винтиком, который меня выплюнет рано или поздно, или меня уволят. Я сказал себе: Серега, стоп, хватит, это не то будущее, которое ты хочешь. У меня есть девушка, она живет в Рязанской области, мне надо и к ней съездить, а с моими доходами очень низкими на те времена, мне просто было даже стыдно поехать к ней и не купить ей подарок. Мы и так с ней видимся редко. А через год я вообще хочу переехать к ней и жить рядом в Рязанской области. Но работая таким образом, это вообще неосуществимо. И я не знал, что мне делать и как мне быть. Я попробовал реализоваться в интернете. Я искал. Но в большей степени все сводилось к обычным финансовым пирамидам, торгующим воздухом. Ох. Много было потрачено времени и сил, и неудачных проектов. А однажды меня попросили посетить какой-то онлайн-тест-драйв на сайте. Якобы он мне очень сильно поможет, и он очень важен для меня.
Но поначалу я как-то это все игнорировал. Но мое сердце каким-то странным образом чувствовало то, что это может быть важным для меня. Но я решил уделить час времени, была не была. И я был просто поражен до глубины души тому, что я там увидел и тому, что я там услышал. Я такого вообще не знал, что мы живем и не видим таких возможностей, которые нам даются в интернете. Я увидел кучу людей, огромную толпу и абсолютно разных мужчины, женщины, студенты и даже пенсионеры. Меня это поразило до глубины души, и я даже не мог уснуть в ту ночь. И это повлияло вообще на мою судьбу. Я ударился вообще с головой в эту тему. И я ни капли не жалею об этом. На тест-драйве мне дали такую информацию, которую я и не знал, что такое вообще можно и такое бывает. Сколько людей в СНГ у нас находится в крайне тяжелом положении, и в таком же, как и я, и обычные студенты, которые ходят, ища себе подработку. Этому, в общем, я и хочу посвятить этот канал, чтобы люди, которые сейчас смотрят мое видео, знали, что есть сейчас такая возможность, благо, что у нас есть интернет. Всего-то нужно посетить онлайн-мероприятие и узнать для себя такое, что просто вергнет вас в шок. Ссылку на это мероприятие вы можете увидеть под видео. Также вы можете подписаться на мой канал и получать новые знания. Я хочу делиться с людьми своими достижениями. Я хочу помогать людям, которые находятся в крайне тяжелом денежном положении, которым срочно нужны деньги. Не откладывайте это. Вот уделите час времени, вырвите его из своей жизни, посетив онлайн-тест-драйв, и уже с завтрашнего дня вы можете зарабатывать деньги. Поверьте, это реально. Вы можете связаться со мной в скайпе, и мы с вами можем обсудить это. Я такой человек, я рад новым знакомствам и общению с новыми людьми. Ну, время от времени я буду на этот канал выкладывать все новые и новые информации. Так что добавляйтесь, друзья. До встречи в новых видео. Всего вам доброго. Всем пока. Жму вам руку крепко-крепко. Пока, друзья.